Федерация бокса России и Международная ассоциация бокса всегда в первых рядах. И поэтому, когда стало известно о таком несчастье, была организована сбор помощи пострадавшим. Организовано 4 штаба, которые сейчас работают вовсю, совместно с региональной федерацией, с волонтерскими организациями. Были уже розданы 25 тонн воды и питьевой воды имеется в виду, и гуманитарная помощь, продукты питания, одежда, обувь, казанка куплена, генераторы. Эта помощь только начата, и она будет в дальнейшем продолжаться. Уже из Москвы, кстати, идут фуры, полностью груженные всем необходимым. Меня зовут Ольга. Коршиков Алексей Сергеевич. Меня зовут Амандусова Алтана Сериковна. Мы до случая затопления проживали в южной части города, возле Старицы. Проживаем сейчас в Сарташе у родственников. Я проживала до паводка, получается, Оренбургский район, село имени 9 января, Красноуральский сельсовет, НПС, Русь. Дом у нас затопило чуть выше подоконников. Я не помню, чтобы нас кто-то информировал, что вода подходит. Мы сами соседями ездили туда, к реке, так скажем, к Старице, смотрели за уровнем, где, на какой улице она сейчас. Ну, почти все затоплено, как постельное белье, подушки, да, такое. 1.70 метра. Уровень воды все затопило, и я, так как сейчас на данный момент я нахожусь в декрете, но работодатель, я работаю в арбитражном суде Оренбургской области, я туда обратилась, и мне предложили служебное жилье. Вот сейчас мы как бы всей семьей проживаем там. У нас получается 5 человек. Я, муж, мама мужа и двое детей. Сын старшему 8 лет, а младшему 3 месяца. Страшно нам, не страшно, стоит уезжать? Нет, ну, она все ближе, естественно. Мы приняли решение, собрали детей, документы, и муж нас вот отвез на квартиру к бабушке. Сам остался дома сторожить, мародеры, страшно. Случаи такие есть. Вообще ничего не осталось. То есть затопило котел, бойлер, насосы, потом вся техника, стиральная машина, холодильник, духовой шкаф, газовая плита. То есть, ну, под потолок, считай, вода была. Все шкафы, даже они все разбухли. То есть все, что было, ну, просто провалилось вот так вот в воду и упало. Большое спасибо Федерации бокса. Вчера позвонили, волонтеры пригласили нас на встречу. К сожалению, мы не знали, что нужно было с детками. Деток оставили с бабушкой. Спасибо большое, да, все вот прям необходимо. Как раз сейчас от дома вода отходит. Средства дезинфекции, порошки, средства защиты как нельзя будут сейчас, кстати. Большое спасибо Федерации бокса за помощь. Да, к Федерации бокса приезжали уже один раз, выдавали, да, гуманитарную. И вот сказали еще раз подъехать. Федерация бокса, она помогла, как бы предоставила первую гуманитарную помощь с продуктами питания, с водой. Просто я позвонила, как бы, и мне сразу же на следующий день очень быстро все отреагировали и очень помогли.